Для експертизи даного конкурсу в ринг приглашаються експерти всіх спортових і Світлана Каплічная. Приветствую успеха! Спитис Дарья, 15 лет, Украина. Блажей Мишей, 15 лет, Молдова. Джорджия Китиц, 15 лет. Мы попросим на сцену уборщика, пожалуйста. Итак, эксперт сделал свой выбор. И на третьем месте Блажей Мишель, 15 лет, Молдова. Поддержите наших юных дизайнеров. Второе место сегодня занимает Джорджия Китич. И первое место в Пеке Дарья, Украина. И следующий конкурс – конкурс племенный пар. И в них приглашается для экспертизы данного конкурса эксперты ВСИАЭ Молдовы Людмила Лаврова. Thank you.
И в ринг приглашаются следующие пары. Самоед. Вольф Шпиц. Миниатюрная американская чарка. Яг Кириен. Наташа Пелюка. Экспорт сделал свой выбор. И на третье место приглашается миниатюрная американская овчарка. Резервным победителем Best of Par сегодняшнего дня становится Вольф Шпиц. И первое место Самоед. Поздравляем победителей. Следующий конкурс – конкурс питомника. Итак, следующий конкурс. Конкурс Best Baby. Без самых маленьких наших участников. Я так много. Но я победитель мышцы не видел. Для экспертизы данного конкурса мы приглашаем эксперта в CI из Молдовы Людмила Пацула. И Грик приглашается на Вермак, американская Ахита, Голден, австралийская чарка, русский стоит, немецкий шпиц, стоит в Иране.
И на четвертое место приглашается немецкий шпиц Той Поверяем. Третье место Сверхшнауцер перед Солью.
Ушинский Дарьян. И первое место Лабрадор. Поздравляем победителей. И следующий конкурс, то есть ветеранов. Я попрошу наших любимых ветеранов приготовиться. Для экспертизы данного конкурса приглашается эксперт КСИ из Молдовы Валентина Шеветюк. Поприветствую эксперта. И на них приглашается Голден Самоед. И первое место самоед и резервный победителя. Голден, но вот это правильное решение. Они оба первые. Замечательные ветераны. Мы желаем вам быть в здравии еще долго-долго и радовать своих владельцев. И следующий конкурс. Пород не классификация СИАИ. Экспертизы данного конкурса приглашается эксперт СИАИ Оранда Зоя Владимировна Олейникова, Украина. Поприветствуйте эксперта. И мы приглашаются восточноевропейская овчарка, американский пули покер. Вивер. Хорошо, Олевань. Здесь я не успеваю, я ем. Наташа очень сделала свой выбор. И на третье место мы приглашаем Игоря. Второе место – американский булли-покер. И первое место – восточноевропейская овчарка. Поздравляем, победители! И следующие конкурсы. Конкурсы 10 групп СИАИ. Мы попросим многоуважаемого эксперта остаться в ринге. И приглашается миниатюрно-американская овчарка. Дейшкортный пемброд. Дейшкортный кардиган. Немецкая овчарка стандартная.
эксперт сделал свой выбор. И на третье место приглашается миниатюрная американская овчарка. Второе место две шкурки кардиган. И первое место две шкурки Беркула. Поздравляем победителей. Я попрошу подготовиться вторую группу по росту. По росту. Вы со второй группы VCI, вы приглашаете эксперт VCI All-Rounder Кэрри Томпсон. Поприветствуем эксперта, Эстония. Вы приглашаете. Тринидадская овчарка, русский черный терьер, тибетский мастиф, ротвейлер, русский Денненхолм, боксер, кавказская овчарка, доберман, итальянский каник Коса, шнауцер, бульдог, сверхшнауцер черный, сверхшнауцер черный с серебром, сверхшнауцер перед солью, сверхпинчер. Черный курьер. Второе место среднеазиатская овчарка. И первое место Добиво. Поздравляем победителей. Следующий конкурс в третьей группе писали. Экспертизы данного конкурса вы приглашаете эксперт ПСИ Гвоздева Мария Украина. Поприветствуем эксперта. И вы приглашаете бультерьер стандартный, бультерьер миниатюрный, фокстерьер жесткошерстный, вайт-каллинг вайт-терьер, чистопоршерстный бультерьер, ярк-терьер, лейк-терьер, джек-рассел-терьер, шотландский терьер, йоркширский терьер. Thank you.
И на третье место приглашается Йоршинский Кирьяк. Второе место. Культриер стандартный. И первое место. Шотландский Кирьяк. Экспертизы данного конкурса приглашаются эксперт FCI Allrounder Зоя Владимировна Олейникова, Украина. Поприветствуем эксперта. И приглашается такса миниатюрная, гладкошерстная, такса стандартная, гладкошерстная, такса стандартная, жесткошерстная. Эксперт сделал свой выбор. И на третье место приглашается такса миниатюрная гладкошерстная. Второе место. Такса стандартная жесткошерстная. И первое место. Такса стандартная гладкошерстная. Поздравляем победителей. Я попрошу подготовиться к этому вопросу. Президент Кинологического союза Молдовы, эксперт FCI Allrounder Сергей Волынец. Поприветствуем эксперта. И приглашается фараон Маламут Самоед Сынхон Басенша Кинский Набхун Сиба, немецкий шпиц, стой помирания.
Thank you.
свой выбор. И на четвертое место приглашается Мамалут. Третье место Басенши. Второе место Сиба. И первое место немецкий шпицной Померанин. Поздравляем победителей. Будь почетно, пожалуйста. Я попрошу подготовиться седьмую и восьмую группу экстерн. Седьмую и восьмую группу экстерн. Итак, в седьмую группу FCI Иврит приглашается эксперт FCI. Олраундер Зоя Владимировна Олейникова, Украина. Поприветствуем эксперта. И мы приглашается Курцка, Вышла, Здравка. Третье место приглашается немецкая жесткошерстная легава Драхта. Второе место немецкая короткошерстная легава Курцка. И первое место вышла. Я попрошу подготовиться к восьмой группе. И мы с большим удовольствием попросим эксперта остаться в ринге. Приглашается Лабрадор Волтер, английский Кокер Спаниель. Пожалуйста, группа почета. И на третье место приглашается Волтер. Второе место английский Кокер Спаниель. И первое место Лабрадор! Поздравляем победителей! Я попрошу подготовить девятую группу по росту.
для экспертизы данного конкурса в РИД приглашается эксперт FCI из Эстонии Хелен Томпсон. Поприветствуем эксперта. И в РИД приглашается Путин Большой. Бишон Фризе. Шицу. Папильон. Путин миниатюрный. Французский бульдог. Бостон Терьер. Кавалер Чарльз Коне. Мопс. На третье место приглашается французский бульдог. Второе место – Багильон. И первое место – Босс. Поздравляем победителей! И следующий конкурс. Конкурс 10-й год FCI. Для экспертизы данного конкурса в РИД приглашается эксперт FCI из Украины. Гвоздева Мария. Поприветствуем эксперта. В РИД приглашается Уйя. Ревлета. На второе место приглашается Уйбер и первое место Левретка. Поздравляем победителей! И следующий конкурс Best Junior. Я попрошу юниоров, лучших юниоров сегодняшнего дня, подойти к рингу. По росту. Для экспертизы данного конкурса в РИД приглашается президент Кинологического союза Молдовы, эксперт FCI Allrounder Сергей Полоев. Поприветствуем эксперта! И в РИД приглашаются лучшие юниоры в своих породах. Доберман. Американская Акита, итальянский Кани Коса, Болден, Шнауцер, Бассинджер, Бешков и Кемброк, Сир Шнауцер, Черный с Кемброк, Бультерьер миниатюрный, такса стандартная жесткошерстная, французский бульдог, цвет Пинчер, Джек Рассел Терьер, Мопс, немецкий шпиц, Доль Пайраня, Чебаба, длинношерстная.
Вы маленький, а не малый, вот. Thank you.
Thank you.
Уважаемые экспоненты, я попрошу вас два круга почета и вытеснения. Пожалуйста, два круга почета. Поддержите, это победители Беста юниоров сегодняшнего дня. И они уже лучшие из лучших. Это лучшие юниоры своих пород. Наш генеральный спонсор – компания суперпремиальных кормов «Брит». И выделила дополнительные призовые места и очень много подарков на все наши выставки. Мы хотим еще раз поблагодарить представителя кормов фирмы «Брит» Мариана Ганья за предоставленную помощь спонсорскую, за приятные призы. Спасибо вам огромное. А всех наших участников за поддержку. Итак, наши. И вот такой сюрприз. Прекрасные женщины, прекрасный букет роз. За особые заслуги перед отечественной кинологией Республики Молдова присвоили почетное звание почетный член Кинологического союза Молдовы госпоже Мариане Ганья. Мы вас поздравляем и благодарим. Итак, девятое место. Чилава Индашасы. Thank you.
восьмое место. Бультерьер миниатюрный. Седьмое место. Французский бульдог. Шестое место. Джек Рассел Терьер. Пятое место. Мопс. Четвертое место. Голден. Третье место. Гершкотни Пемброк. Призерным победителем Best in Show Junior сегодняшнего дня становится Зет Пинчер. И победителем Best in Show юниоров 18 сентября 2022 года международной выставки в Молдове, город Аргеев, становится немецкий шпиц Том Паяна.
Дорогие друзья, мы подошли к выбору лучшей из лучших собак сегодняшнего дня. Best in Show. И я еще раз хочу вам напомнить, что собаки, победившие все три дня в Best юниоров и Best in Show, первое, второе, третье места, участвуют в Supreme Best in Show. Выбор лучшей собаки трех дней. А сейчас Best in Show сегодняшнего дня. Для экспертизы данного конкурса ринг приглашается эксперт FCI All-Rounder из Эстонии Карен Токсон. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашаются лучшие собаки 10 групп FCI. Первая группа. Дэш Коди Пемброк. Вторая группа. Доберман. Третья группа. Шампанский Терьер. Четвертая группа. Такса стандартная гладкошерстная. Пятая группа. Немецкий шпиц Тольфаграня. Седьмая группа. Мышла. Восьмая группа. Лабрадор. Девятая группа. Мопс. Десятая группа. Левретка. Thank you.
Эксперт благодарит участников. Поддержите, поаплодируйте. Это лучшие собаки в своих группах. Они уже лучшие и лучшие. И среди них есть уже будущие участники Supreme Best Show. Пожалуйста, круг почета. Пожалуйста, уважаемые эксперты, я приглашаю вас для общего входа. Итак, третье место. Вельшкорги Перпрос. Резервным победителем Best of Show сегодняшнего дня становится Дорева. И первое место. Thank you.
Дорогие друзья, у вас есть буквально пару минут подготовиться к Supreme Western Show. Я хочу вам напомнить, что в этом конкурсе участвуют собаки, победители Best of Juniors, первое, второе, третье место, а также Best of Show, первое, второе, третье место, всех трех дней. Пожалуйста, подготовьтесь. Десятиминутная готовность. Дорогие друзья, внимание! А теперь прекрасный момент награждения, благодарности. Благодарственным письмом награждается госпожа Олеся Щукина за успешное проведение Республики Молдова монобородной выставки Вильшкорги «Корги Фест». Благодарственное письмо вручает президент Кинологического союза Молдовы, эксперт FCI Allrounder Сергей Волонец. Thank you.
А также Олеся Щукина награждается золотым значком Кинологического союза Молдовы. Итак, дорогие друзья, Supreme Best in Show! Пожалуйста, все участники по росту. По росту. Для экспертизы Supreme Best of Show в ринг приглашается президент Кинологического союза Молдовы, эксперт FCI Allrounder Сергей Волынец. Поприветствуем эксперта. И в ринг приглашаются победители трех дней. Среднезавская овчарка, итальянский Кани Корса, Доберман, бультерьер стандартный, Амбули, английский кокер спаниель, бельшкорник Пемброк, бельшкорник кардиган, такса стандартная жесткошерстная, мопс, цвет пинчер.
Я у вас такого нового места. Мы на сегодня, к сожалению, мы прощаемся с нашей дорогой гостью, экспертом из Эстонии. Мы желаем вам счастливого пути, легкой дороги и надеемся на скорую встречу. Мы не прощаемся, поговорим вам. До свидания, до скорых встреч. Я же пела не просто.
Внимание! Владимир Невский, подойдите, пожалуйста, на сцену. Владимир Невский, подойдите, пожалуйста, на сцену. Thank you.
Но у вас там предмет. Эксперт благодарит всех участников. Это все победители Best Junior World и Best Show трех дней. И кто-то из них станет лучшей собакой трехкратного Соципа Молдова 16, 17, 18 сентября 2022 года. Город Аркеев. Итак, пожалуйста, три почетных круга. Благодаря нашим щедрым спонсорам и щедрости Сергея Волынца у нас сегодня нет проигравших. 9 мест. И на 9 место приглашается Бультриер Стандартный.
Седьмое место. Дадема. Шестое место. Бокс. Простите. Простите, пожалуйста, моя ошибка. Шестое место. Английский кокер спаниель. Приз за пятое место вручает Елена Невская, член Президиума Филологического Союза Молдовы. И пятое место. Такса стандартная. Жестко-шестая. Четвертое место. Мопс. Приз вручает Елена Невская, член Президиума Кинологического Союза Молдовы.
Я попрошу экспертов, многоуважаемых экспертов на фото общее. Приз за третье место вручает член Президиума Геологического Союза Молдовы Александр Косак. И третье место Свет Пинчер. Приз за второе место вручает вице-президент Геологического союза Молдовы Владимир Невский. И второе место Лельшкульги Бурброк. Международных выставок в Молдове 16-17 сентября 2022 года становится итальянский Галя Корса! Thank you.